Военный комиссар асбеста Юрий Туруткин вручил главе города Наталье Тихоновой медаль Министерства обороны за укрепление боевого содружества. Ровно год назад прошло знаменательное событие. Мы приглашали наших граждан, пребывающих в запасе, принять участие в военных сборах. Наши граждане, пребывающие в запасе, прибыли в военный комиссариат, убыли в город Елань, приняли участие в военных сборах, и 29 человек были направлены, граждан, пребывающих в запасе, это прапорщики, ветераны и солдаты, и 8 офицеров. Вот. Непосредственное участие администрация приняла, прямо вот самое непосредственное участие в работе военного комиссариата и организации взаимодействия между военным комиссариатом, органами местного самоуправления, организациями, находящимися на территории нашего городского округа. И мне поступил серьезный приказ. Если я его зачитаю, вы скажете, что так не бывает. Оказывается, нет, уважаемые коллеги, бывает. Довожу до вас выписку из приказа министра обороны Российской Федерации от 28 января 2020 года номер 35 за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации, наградить медалью за укрепление боевого сотрудничества Тихонову Наталью Робертовну, главу Асбестовского городского округа, подпись министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу. Я в курсе, бывает неожиданно, но тем не менее необходимо мне выполнять дальше свои обязанности. Вот. Да. Подойдите ближе, пожалуйста. Кто знает, в армии служил, тот знает, что необходимо эту медаль прикалывать. Есть необходимость вручить выписку из приказа министра обороны и вручить протокол вручения. Да. Протокол вручения? Да, вы знаете. Да, действительно. Так, все. Да, спасибо большое. Юрий Чиликин, Максим Петисов. Новости АТВ.